Только бабаек страшно, вообще караул просто. Ага. Все нас хотят. А, хотят. Черт, хоть ботинки снимай, чтобы проще было заделывать. А, потому что бегаешь быстро. Да. Не, ну мелкими шажками вроде нормально. Ты куда-то, да, очень низко ушла. А тут дрень же тоже. Ну, как сыр идет. Поэтому я решила с запасом это все дело. Вокруг убираю. Я просто вижу, что, видишь, уровень так прыгает вверх-вниз, вверх-вниз. Угу. Сложно ориентироваться. Что происходит? Что? Кто кого бьет? Песок. Берется. А, песок. Ему можно. Я думаю, надо найти... Что? Где у нас... Насколько влево-то далеко уходить? Будем идти, пока не упремся в этот... Во что? Ну, в святые эти. Но святые достаточно далеко отсюда. Ну и хрен с ними. Ну ты шутишь, что ли? Просто, блин, ну я же опять повторяю, спавниться рандомно будет. Ну, да. Где ты на этой территории будешь искать их? Потом в итоге огребем точно то же самое. Нам чем ближе. А мне показалось, оградиться. Они там как-то не сильно далеко. Далеко, да? Ну, достаточно далеко. По сравнению с Кримзоном. Ну, Кримзон вообще он на пороге, фактически. Ну да, стучится в дверь. Нормально, кактус тут вырос. Прикольно. Это ты подо мной, песок? Бахнет. Хорошо. И еще бахнет. И еще бахнет. Ты у нас сегодня подрывник. Да. Прямо. У меня красный бант, у меня все можно. Это ж... Это мимик. Ого, а сколько у него? Ты сундук нашел, да? Я подошел к нему. 500 хп. А он тебе накинулся, что ли, или что? Да, он просто тут прыгал. А, просто прыгал? Я думал, он притворялся. Не, ну может быть я его не заметил, просто он наступил на него случайно. А куда убежали-то с ним? Куда? Просто отбежал. Я пришла и все зарулила. Что это такое? Lucky Star? Накидка какая-то Lucky Star. К слову, вот тут-то как падать-то будем? Каждый раз продалбливать? Ват, если надо будет. Нет, сделаем дырку. Я думаю, здесь-то. Ну да, а чё, в принципе-то, пофигу. Нам же важно не... Можно вот так сделать. То, чтобы поверхность не сквозная была. А чтобы это... Так, а чё я нашёл-то вообще? Заставляет звезды падать, когда... Получаешь урон. Это как? Во врага, наверное. Да? Во врага? Ну, я не знаю, я предполагаю. Мне почему-то кажется, что уже можно наверх подниматься. Давай. Ты, наверное, вот стой здесь, а я сейчас наверх поднимусь, давай мы в одну команду вступим. Опять? В красную. А ты кто? Что-то... Что за... Блин. А-а-а, паника. Черт, ты отвлеклась и чуть тебя не прибила. Смотрела к тебе в монитор. Что-то происходит-то вообще. Что-то происходит-то вообще. Что за ангри? В смысле,
Кто? Где? Я не знаю, там какая-то. Зеленая такая слизь? Нет, она не зеленая, она белая. Белая? Или зеленая? Вот это зеленая? Или это не про эту? Я вот про эту. А. Я не знаю, что это такое. Ох. А, она дождиком на меня. Зараза. Злая тучка какая-то. Ага. Дождиком на меня. А, капец. Так, сейчас. А что у нас двери на распашку? Ну, эти опять там фигней страдают. Вот смотри, я сейчас ровно над тобой получается. Или нет? Ну и где мы находимся? А, ну слушай, это вообще близко очень. Да, надо дальше. Рыбы? Наглые, что ли, совсем? Где-то вот по дереву, наверное, по это. Да? Я бы вот до этого места чуть дальше захватила бы. Ну, вот давай захватим. Просто я не знаю, как мы будем потом вычищать зону. Можно вообще потом все это убрать. Глобально так. И оставить в воздухе наш дом. Точно никто не подберется. Я согласна. Хотя, я не помню, но как-то, по-моему, даже я делала, ну, еще давно-давно, версия там один какая-то там, когда хардмода только ввели, делала дорожку для сбора звезд вверху, поверху, и она тоже заразилась. Уж, может быть, я где-то там уже, ну, до земли соприкасалась, я уж не помню точно, но... По-моему, нет. А может, это как раз рандом заразил? А, ну, слушай, возможно. Я просто вспоминаю, давно просто было же это. Когда мы играли-то с тобой, это же когда было? Ну да, давно. О том и речь. Ну я не знаю, но я надеюсь, что это хоть как-то немножко сдержит. Ну да, там надо будет одеваться, фармить. Террария, конечно, такая игра, она столько времени отнимает. Просто караул. Вот мы уже, если не совру, то, наверное, ну полных два вечера сидим. Да. А по сути-то в итоге все, ну то есть какие-то. Перебежки вырежутся, какие-то компании опять вырежутся, и по сути-то ничего не останется, а времени ушло на это ого-го. Оп. Начнешь компания прям конкретные такие выкладывать, скажешь, что ой, нам это неинтересно. Ау, больно же. Ау, мне тоже больно. Террарии без копания вообще никуда. Не, ну в любом случае, как бы копать нужно много. Тут очень много фармить нужно, если тебе сразу не повезло, то есть какие-то вещи нужны, которые сильно облегчают жизнь. Тупо фарм. RPG-систему здесь, но это уже мечты. Ну, то есть я понимаю, что в Starbound есть некая RPG-система, но Starbound пока подождет. Я сундук нашел. Здесь Аглет, который мы искали долго. Да не то чтобы искали, он сам нашелся. Ну, случайно практически, да, но все равно. Говорят, он сейчас редкий. Да ладно. Да. По крайней мере, видите, я читал, народ страдает. Да народ все время страдает. Так, смотри, я где-то на твоем уровне уже. Да.
Вода, стекай быстрее. Нет, выше. Нет, я уже ушел выше. Но прокопал я уже. Это какой-то здоровый водоем просто я. Пришлось вниз прокопать, чтобы он, ну, слился нормально. Угу. Стек. Так. Отлично. Взрываем. А тут чей-то сейф. Это мой. Не мой. Мой. Кстати, разгрузиться. Так, пойду тринку положу. Вот это тоже положу сюда же. Мини-шарк можно убирать уже. Он как-то не особо. У них очень защита высокая. По сути, получается, его модернизировать нужно, я так понимаю, в мини-акулу или как это. Угу. Просто он, получается, у него и так урон не сильно большой, а у них еще деф большой, и получается 1-2 единички идет по урону. Как слону дробина. Угу. Они такие хапастые все. Я из подарка нашел этот снежный шар. Еще один? Да. Ой. Шарик со снегом. Интересно, отличается ли снежный легион в хардмоде от не хардмоде? По идее, не должен. Я так понимаю, мобы там одни и те же. Ну, вообще фиг знает. Так. А зачем нам красный снег здесь? Я не знаю. Я его выкину нафиг. Выкини, это я, видимо, на автомате сложила. Гадость эту. Хорошо, не желтый. Ну да. Так. Звезды. Глины немножко накопал. Вот глина это хорошо. Угу. Я знаю, что тебе нужна глина. Угу. Во-первых, еду делают, тарелки нужны глиняные. Да. А во-вторых, у меня еще не все цветы посажены там. На бутылке. Так, земля. Бочки, рыба. А где у нас зелья лежали? Что-то не понял. Вот они. Надо куда-то редкие рейги придумать, складывать. У меня вот перо какое-то ледяное. Ну ты смотри, там есть для рек. Ну вот, выбери следующий сундук какой. Третий, короче, вот здесь пусть будет редкая фигня всякая. Я там как раз для хозяйственных таких всяких материалов оставила. Угу. Либо можно налево-направо раскидывать редкие вправо, допустим, нередкие влево. Ну. Типа того. Ну, потом отсортируем, я думаю, еще. Все, иду к тебе. А то у меня просто завал такой. Кирпичи уже. Кирпичи возьми. У меня с собой 452 штуки. Хорошо. Там вода где-то? Это такая фиктивная. Не, я понимаю, что она фиктивная, но если там есть фиктивная... Там была вода, я ее уже слила всю. Не, ну если осталась фиктивная, значит осталась и нефиктивная. Нет, не обязательно. Обязательно, вот она.
А. Масштабно ты так к вопросу подходишь. Ты мне сам сказал. А. У тебя с докидыванием плохо. Нормально. Ты осторожно, ты с бомбой стоишь. Экстремалка. А вон алтарь, слушай. Да, вижу. Что, сразу бомбить будем? Да, есть смысл вот сразу бомбить. У тебя с собой? С собой. С собой. Я всегда с собой беру паунхаммер. Хоп, поймал. Ой, плохо. Что-то куда-то не туда все уходит. Нормально. А, черт. Я же говорю, не туда. А, пингвин, иди сюда. О, там глина. Ой, там глаза. Сейчас, сейчас, сейчас. Это какие-то такие глаза уже. По-моему, такие были, да? У нас уже были такие. Угу, да, были. Надо патроны нормальные взять. Мне жалко эти тратить. Так, у меня бомбы закончились. Пойду-ка я еще бомб налеплю. О. Так, ты у меня сейф потырила, нет? Я потырила. Нормально. Нормально, нормально, не потырила. Я домой. Хорошо. Тебе нужны эти? Кто? Бомбы еще. Нет, у меня есть. Там к тебе подбирается, товарищ. Где? Ну, позади шел. Угу. О, это такой, это слабый товарищ. Мне просто он здесь заблудился, по-моему. Не в то время попал. Бам-бам. Бам. Бам. Бам-бам. Текс. Мой сейф. Ты чего? Да, такая, это мой сейф. Не без гордости так прозвучало. Там, видимо, много всего полезного, да? Нет, мне просто лень его разгребать. Так. Печенька. Зачем печенька? Упала. В смысле, из подарочка, а не с пола. Подобрала. Текс. О, как ты высоко прыгаешь-то, зараза. Кто? А, вот это да. О, это только до дерева дошли. Все нормально. Вроде. А нам хотя бы один... Алтарь-то нужен, нет? Нужен, но я думаю, что не здесь же его оставлять. Ну, хотя можно этот оставить. Как раз от дома быстрее добежать. Ну да, согласен. У нас-то поблизости больше нет, по-моему. Копать его, да? Зомби, пошел нафиг. Это наша территория. И мы ее доим. Ну, не то, чтобы мы ее доим. Пока она нас доит, ты знаешь. Ну да. Не поспоришь. Брики. Ну-ка. Бах, бах. Еще штучку. Я так понимаю, могу смело кирпичи лепить, да? С камня. Да. Ну, чистый камень нам вряд ли зачем-то понадобится. Не представляю вообще, зачем это может понадобиться.
могу ошибаться, но, по-моему, он участвует просто камень, именно необработанный. В изготовлении кирпичей из копера, из, ну, то есть да, из металлов. Да, ну, это, знаешь, накопать количество под такие нужды обычно, я думаю, будет несложно. Берешь динамит. И? Ну, и пошел копать. Ну, да. А, да что ж такое? Что такое? Все нормально. Я слышу. Чего ты слышишь? Что все нормально? Ну да. Кто тут спичку воткнул? Я представляю, там сколько будет. А, достаточно было 3 клетки всего. 4. 4, там, или еще сколько. 4 клетки достаточно обычно. Подарочком. А мне пофигу, что достаточно 4 клетки, я хочу 8. Я хочу 8. Да уж, прокопали. Не знаю, надеюсь, ничего там внутри не окажется.